Но казахстанский лидер сегодня поделился своей мечтой. На форуме в Челябинске Нурсултан Назарбаев признался, что его манят российский Байкал и Камчатка. Я, например, все время мечтаю побывать на Дальнем Востоке, на Камчатке никак не получается. Они очень интересные. И Байкал. Конечно, Санкт-Петербург, Москва, само собой. Поэтому я вот уже агитирую, видите, казахстанцев идти туристами в Россию. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин встретились на форуме межрегионального сотрудничества. Он 14-й по счету. Одна из главных тем – запуск стыковочного участка Актобе-Оренбург. Это часть международной автомобильной магистрали – Западная Европа, Западный Китай. Также говорили и о международных проблемах и сирийском урегулировании. Хочу еще раз сказать то, что говорил в узком составе. Хочу поблагодарить Нурсултана Абишевича за большой вклад в проведение международных встреч в Астане по Сирии. Во многом благодаря астанинским переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения кризиса в Сирии, достижения самими сирийцами договоренности о запуске политического процесса урегулирования.